Во, Проскурин. Тимофей Проскурин. Тимофей Нормально. Проскурин, да. Они прямо такие соперники. Сильный Хорошие, да. соперник. СБ4, не думаю тут. Да, ЦБ4. Сейчас, У наверное, них тут БЦ5 пойдет. несколько хороших планов. У меня есть. Кстати, там тоже хорошо было. А на Смотри, БЦ5 уже АБ2. ну это же известно будет. Ну да. Ой, а А так смотри, если зачем? БЦ5 ставить, это, наверное, пресно что-то будет. Может, С2 лучше Нет, поменяться? С2, да, С2, потому А что. чё не БЦ5? Ну там будет пресная позиция, А, наверное. Там разменяется. уравняет, там простой план защиты у А него. Б2 тогда тут? Может, Б5? Может быть, даже ЕД4, Б5, да, Б5 потом. подумай. Так, чтобы. Мне кажется, АБ4 как потом. угодно тут. Потому что потом АБ6, чтобы влезть вот так, если И ЖФ6. АБ6, да, где-то будет, А, нет, наверное, может ЖФ6 не быть. надо. А, ну тут, ЖФ4 наверное, надо. хорошо. И так хорошо. Да, ЖФ4. Может, просто G4, да, поменяйся. Ну, Так, АБ2, подтягиваем наверное, шашечки. просто Пока подтягиваем. без АБ6. Ну, слушай, давление тут серьезное. Ну, просто C3, D4, не думаю вообще. Самое По главное тут времени время не ударить. трать, да, просто ходи быстро, да. C3, CD4 или CB4, может быть. Я думаю, Ладно, нет не думай, разницы. просто ходи куда угодно, время не трать, АБ6 какой-то тут, ход есть, но пока он, не наверное, надо. здесь еще не прокатывает. А, CB6 Потом. хороший ход, да, Так, бывает, сейчас правильно, что да. может быть? АБ6 действительно при случае попробовать, да? Вот посмотри, как Да, такое сыграл. включение такое. Приятное. А тут Не назад. дает, И как бы. назад. У Но него все равно тайма нету. хорошо. Все равно хорошо. И шашки плохо стоят. У меня центр, идеальная позиция. Так, на Блин, вообще CB6 времени меньше. подумай, что будешь делать. На CB6, АБ4, наверное? CD4, наверное. Или АБ4? АБ4, ну может АБ4, отличный выбор. Так, ЕД4. Смотри, он хочет подстроить мне тут. Может ЕД4, Так, смотри. ЕД4, Ну, я потом на тебе говорю, F4, да? ЕД4. Да, ЕД4 хороший ход. А сейчас Вот так будет. CB4, CB, CB. Да, Да, ты прав, CB, прав. наверное. Чтобы не было это, чтобы А все, удары были почти постоянно. ходов нет уже. И потом CB6 на какой-то CB6. остался. Ладно, все, Ой. спокойно, думай, думай, Тут не так руки. спугнем. 6-2 дал бы 3 А, победы. CB6. попался на удар, красавчик. Победили первого. Ну, неплохая партия, неплохая. Да. Сейчас надо Я защититься. пойду на CB4, пойду BC5, там же теоретическая позиция как получается. Ну, А, тоже это отыгрыш с разменом получается вперед. отыгрыш разменом вперед, да, тут А, надо рушить. да, свелась. Да. CD2, он правильно, Кстати, GF6, чтобы по-моему, как да? пойти тут? Как на GF6 надо? GF6, по-моему, да, и Олег. потом B7, Ну, да-да-да. вроде. Нет, по-моему, GF6, B7, да? Да-да-да, Ну ладно, B7 самое главное. можно рискнуть сыграть там на это. Не, там ловушка от Кондраченко, она проигрывает, а Но B7 она он не проигрывает, но выигрывает. там можно попробовать сыграть. Да. Ну ладно, он уже сам А отошел. так. Мог бы Е4 играть. Наверное. Кстати, а что делать после EF4? Вот здесь-то? Да. А. А нападения просто нету? Нападение не знаю. Там Вроде проходит. Б5. Здесь сбил и пошел рубки. Да, вот этот Так, ход. ладно. Ага. Сейчас на G5 G4 будет. Наверное, может, Приятно стоит. АБ6 А, тогда как? B6, Ну, я бы АБ6. B6 пошел, да. Ну, А, понятно, B5 как-то тоже лишний. G7. Не, просто Так. нужно подумать намного ходов вперед. Ну, давай так, и там Ну, комбинация G7 у будет. тебя нет А, вот другого. так. Ой-ой-ой. Это что за ход? Ну и Классный. нормально. Б5 надо ходить все равно. ЕД2 он пойдет, да? Слушай, И тут, по-моему, наверное, на надо попадаться. комбинацию Надо надо попадаться. попадаться, да, и ничья вроде бы. Вроде там Ничья, есть да? ничья, да. Ну, А, а надо по как 0-9 ходить? пойти. Какие варианты еще? Ключевое Да, слово. вы правы, да. Другого нету? Сейчас ему надо проводить. А, и блин, я ж сам с ним И так мы, играл в турнире, по-моему, по-моему. DC5 играем, и вроде как нормально. Только я играл белыми, и я выиграл белыми в итоге. Ну ладно, сейчас посмотрим, А что как будет. тут выиграть, я не понимаю. Я не помню, как, ну как там у нас там было. Может, немножко по-другому было. Ну, примерно такая позиция. Так, CB4 0, похоже. Что, GF6, что ли? Зачем? Что делать? Да, 6. Так, А, ну, ладно. наверное, мы тут проиграли, блин. Походу, Нет да. еще. Так что. А, он же F2 пошел. Так. Может, ему надо было по-другому? Ну ладно. Ничья, ничья, это ничья. А, Нормально. бля. Все. DC5. Давай, на победу. Вот так там. Так тут 3 на 3. Ну ладно. Вот смотри, что делать ему? Ха-ха, попался, что ли? А зачем он Е4 пошел?
А, блин, смотрю, нельзя. Аж 5. А, блин, нельзя. Вот сейчас победим. Не, должен здесь выиграть. Должен выиграть. Блин, это побил. Ну ладно. Туда. Да, вот блин, ничья, ай, ничья, да, блин, ладно, ну, ничья. Фу, блин, видишь, блин, такой боится даже, ну... еще подкрутить смогли. А, она аж 2, по-моему, выигрывала, да? Ну да, там, ну ну, ладно, кстати, Дымляшек пошел, блин. У него есть CD6 и DE5. О, он не нашел CD6. Ну да, у нельзя него был такой ход. Это же а косяк. Тут сейчас преимущество у тебя. Не косяк, но же это классический. А, Ну, косяк, но это косяк на G5. Так он мог не Я сводить к нему. Он мог CD6 и DE5, да, пойти. Ну, это, ну, это же более известно, сильный я план. смотрел. Цинман, ну, да, это много кто играл вообще. Я смотрел, тут будет. CD4, B3, BC3 самый сильный план. Ну как бы. Ой, такой ход, да? Ага. Типа же Назад H6 нет смысла махнул. отходить, если честно. Надо BC3 играть. Быстрее. Потому что, да, вот такие планы, и это проигранная позиция, сейчас будет у него проигранная позиция. Так, Если H6 давай пойдет, это смотрим. проигрыш. Известная. Это Таранина выиграл. Я G3 Георгия. проигрывает уже, да? Вот, проигрышный ход, да, вот все. Ну, И я давай, B4 пойти. теория. Или Как-то пошла. H3. Или сейчас. Точно G3, порядок. наверное. H3, да, вот так. И выиграл позицию. А, ну в смысле, а B6, да? Да, Ну B6, да, B6. А на ED6 что делать? Ну, E6 B5, отошел просто. D7. Там все сходится в мою пользу. А, Насколько и помню. позиция получается с перестановкой, вот как мы проиграть могли, помнишь? Угу, понял. Не B7. знаю, так. Сейчас потом подожди, B7 еду. Так, так, так. Нормально, нормально, Так там нам под точно выиграно. так. Там выиграно. Сейчас даже 5. Так, так. Время не теряй. Угу. А там еще не факт, подожди. Ну, наверное, много чего. Может, там вроде... точнее, как-то до E3 пойти. Я так думаю, до E3 посильнее пойти, чтобы... Да и 3, Чтобы наверное, тут так. без разницы. Да, до E3 посильнее. Так оно все равно B7. сведется, наверное, Не, как-то. нет. Смотри, типа, тут нельзя ходить D7. И H5. Тогда E7... Вот H5, и потом у него было бы ход Ничего. D7. А, Ситуация там. G3 хочешь, да? А, Слушай, я а если смотри. он сейчас же H4 играет, что будет Да, делать? E6-4 потом западает. Неприятно, где сейчас это я перепутал, видимо, все опять. Так, 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 Да так. подожди, B7 не выигрывает, а позиция в чью пользу? Не-не, позиция в его пользу. Ну ты же там нападешь потом в любки, B7 играй, Да выиграй. нет, бесполезно сюда. Да, вот так вот. Ну, блин, придется ничего бегать. Что-то я Блин, забыл вариант. выпустил ты его, но... Хотя Ладно, подожди, ничья. тут еще подави, подави. Да, подави шашки. еще. Ну, как покер фейс, главное, Давай, сделал. давай, ходи, ходи. Ну ладно, ничья. Так, у него рейтинг больше, чем у меня, значит, Не, а даже чё если B7-то проиграли, не я бы... пошел, вроде уже хорошо было. Вот сейчас смотри на CD4, давай, CD6 и DE5. А, ну, закрыл CD3, чего? Ну, там нормально. Там нормально. Уверен, да? Я на просто анализировал, когда я не на видел DC3 CD6. EF4, Что EF4, на DC3 EF4, да. CD6 и CD4. DE5. А, ну, EF4 перебился, одну силу, и чё? А там нормальная Да, позиция. Потом по преимуществу. Либо GF6, либо EF6. Я недавно ее анализировал. Точно? Мартин Гречек с кем-то играл. Да, нормально. Подожди, вот я CD6 съел. Да ладно, не на корову играешь. CD6, ходи. Поверь. Окей, ладно. Там нормальная позиция. Да и 5, да? Да. Да. Я давно смотрел, но я тоже помню, что такой план есть. Вот, и EF4. EF4. А EF4, если так съест? EF4. Ну так и надо. Ты на H4. Аж на H4. А, H4. Да. И потом GF6, либо EF6 даже. При случае там есть. EF6? Даже EF6 есть. Так, ладно. Ну да, кстати, может какая-то контр-игра есть. H5 может? H5? А, нет, H5 нет. H5 он пойдет туда, на D4. Угу. На куда? На D5, то есть. А, ну... так и играется. GF6 играй. GF6, ходи. А, да, точно. Нормально. Или H5. Давай, G6. Блин, у тебя времени G6 мало, ты долго так думал. Ну да. Сейчас бы спокойно косяк играл бы. 300 лет, 300 лет тебе тут косяк нужен. Ну тут FG5, наверное. Может, EF2 как-то? Может быть, AG5 даже. А, ну давай AG5. По приколу. Ну и нормально, не? Наверное. Да, нормально.
Ну, кстати, при случае dc7 грозишь. Вот cd4, dc7 можно или нельзя? Да, Вроде бы вроде. можно. Комбинация же не проходит, все нормально. А, ну это что-то он... Удар, hg3! Да зачем hg3, f5? Зачем? Зачем? Это ты окружение f5, хочешь, f5, понял? f5, dc7, f5, dc7. Да, dc7. Да. Слушай, выиграем сейчас еще. Давай сам тут уже. Не сбиваем. Ай, блин, вот так вот. А, тут так. Нормально, нормально, выигрыш. Не, ну это... Нет, это не серьезно. Это не серьезно. Давай, не выпусти только, спокойно. Как тут выпустить? Спасибо. Слава, ну ты не верил, ты не верил. Да, вечно, я запомнил, записал.